Санкт-Петербурге сегодня наконец-то открыли для сквозного движения Кировско-Выборгскую линию метро. Участок между станциями Лесная и площадь Мужества был закрыт почти 9 лет. Он был размыт грунтовыми водами. Все эти годы пассажиры, следовавшие транзитом через эти станции, высаживались на одной из них, переходили, выходили, пересаживались на автобус, доезжали до другой станции и продолжали движение. Примерно 1 000 000 человек были вынуждены ежедневно испытывать такие неудобства. Сегодня восстановленный участок метрополитена был торжественно открыт в присутствии главы государства. Владимиру Путину хорошо известно, что значит это событие для его родного города. На станции Лесная президента встречали метростроевцы, которые трудились над восстановлением аварийной линии. Добрый день. Я вас поздравляю. Вы совершили очень большую работу, вам очень нужную для города. Сколько... Валентина Ивановна, да. Сколько там жителей у нас? Почти 1 000 000 пользовалось этой веткой. Почти 1 000 000. А проживает? Проживает 500 тысяч. Ну, 1 000 000 пользовались. Знаю, что была очень сложная работа. И вам досталось просто... Не просто было решить эту задачу. Давайте мы проедем на метро. Этот перегон... Этот перегон теперь может считаться самым надежным во всей питерской подземке. Конструкция выполнена таким образом, что вибрация движения поездов не передается на стены тоннеля. Машинисты уже окрестили этот участок бархатным, так плавно движется по нему состав. Вообще движение поездов по этой ветке обещали восстановить еще к 2000 году, потом к юбилею северной столицы, но каждый раз метростроевцы сталкивались с новыми напастями. Приостанавливалось финансирование, ломались горно-проходческие щиты, гранитные валуны неожиданно сменялись то глиной, то зыбучими песками. Не раз приходилось останавливаться и возвращаться к работам на уже пройденных участках. Теперь метростроевцы гарантируют, что новый тоннель послужит не менее 100 лет. Сразу со станции Площадь Мужества глава государства вместе с метростроевцами отправился в Константиновский дворец, где лучшим из них были вручены правительственные награды. Свидетелем этой церемонии стала наш корреспондент Мария Герасимова. Она с нами в прямом эфире. Мария, сколько специалистов были отмечены сегодня? Жанна, были награждены 23 метростроевца. Ну, конечно, как вы сказали, это лучшие из лучших, потому что строили туннель сотни и сотни людей. И хотя сооружали этот туннель с использованием самых современных технологий, но никакие технологии, даже самые современные, не могут заменить мастерство людей. И вот что сказал президент. Мы сделали большую, очень нужную для Санкт-Петербурга работу. Участок Кировской Выборгской линии вновь открыт сегодня. И каждый из здесь присутствующих и многие другие ваши коллеги внесли в это дело, в решение этой задачи свой значительный вклад. Выполненная работа, по мнению российских и иностранных специалистов, мы сейчас только подробно говорили с вашими руководителями об этом, являются уникальными. Честно говоря, когда 8 лет назад произошла авария, никто, наверное, даже не подозревал, с какими сложностями потом столкнутся метростроители при восстановлении этой линии. И, безусловно, все, кто принимал участие в этой работе, по праву могут гордиться результатами своей работы. А перед этим тоже в Константиновском дворце президент передал директору Пушкинского дома рукопись Александра Сергеевича Пушкина «На ком и Грузии лежит ночная мгла». Но для литературоведов трудно переоценить значение этого события. Дело в том, что это стихотворение, рукопись из знаменитого альбома Каролины Собанской. И этот альбом сам по себе был утерян. И в Пушкинском доме находится только одно стихотворение из этого альбома. Второе же стихотворение «На холме Грузии лежит ночная мгла» недавно обнаружили во Франции. И сегодня оно снова в Петербурге. Повод, по которому мы собрали известие, я очень надеюсь, что это будет композитором из Пушкинского дома. Вообще, жизнь из тех, кто любит изучать Пушкина, по-моему, это последний автор Пушкинского дома, который был сейчас оказывается прямо неизвестен. Хорошо. Но, скажем тогда так, что это последний известный который был участником проекта. Это было благодарить Центральный банк за решение необходимых средств, для того, чтобы вернуть этот документ на родину.